Всех приветствую на своем канале Мир Биткоина. Сегодня хочу с вами поговорить о проекте DIV. Как вы видите, я сейчас нахожусь на официальном сайте данного проекта и попытаюсь вам более подробно рассказать, что он из себя представляет. DIV позволяет безопасно хранить конфиденциальную информацию, такую как идентификационная документация, пароли, банковский счет, кредитные карты, информация, проверенная документация QS, завещание, а также другие ценные цифровые данные в высокоширотной, безопасной и частной децентрализованной платформе. Также эта платформа позволит своим владельцам учетных записей надежно делиться своими данными частично или полностью между ними. Как вы видите, при ICO открывается через 4 дня 19 часов. Вот, вы также можете присоединиться к при ICO. Вот, и в принципе я считаю, что это очень перспективный проект. Поэтому подумайте насчет этого, но я вам попытаюсь далее все-таки рассказать о преимуществах. Далее эта платформа DIV предоставляет основательному и безопасному средству для владельцев веб-сайтов, чтобы принимать платежи в любой основной валюте. Вот, или криптографии, используя децентрализованную платформу DIV с одним входом. Платежный шлюз DIV будет легко интегрированный с системой проверки для многих веб-сайтов, электронной торговли, ну и включая, конечно же, те, в которых используется SMS с открытым исходным кодом, такие как, например, WordPress или Joomla. Вот. Также эта платформа будет представлять глобальный каталог всемирный DIV, в котором владельцы учетных записей, будь то отдельные услуги, вот, либо же организации какие-либо, они смогут перечислить свои услуги и расширить их охват. Также в каталоге будет создана интеллектуальная рейтинговая система, повышающая доверие и прозрачность между владельцами учетных записей. Вот. Как вы видите, один эфириум будет равен 8000 DIV токенам, вот. И всего будет на ICO подготовлено 700 миллионов токенов в виде DIV. Вот. Еще одной важной особенностью платформы DIV является то, что интеллектуальная контрактная служба условного депонирования, которая будет защищать транзакции между сторонами. Вот. И диверсифицированный сервис условного депонирования DIV будет прост в использовании, но в то же время сложным, умным, гарантируя, что все условия транзакции будут выполнены до выпуска средств. Вот здесь вы видите распределение токенов. Вот также дорожная карта, в которой все описано, все как бы на будущее. Вот советники данной компании. Вот, и в принципе я хочу вас перевести теперь по ссылочке на white paper. Вот, он англоязычный, состоит он из 29 страниц. Здесь вы также можете перевести данную техническую документацию и почитать уже более интересующие вас вопросы, как бы более подробно. Также проблемы, которые компания выделяет, решения свои основные, которые... Вот, планы на будущее, то есть что прогнозируется, что планируется и тому другая информация. Я считаю, что проект довольно-таки интересный, имеет хорошее будущее, вот, за которым, в принципе, стоит весь мир. Также есть Bitcoin Talk ветка, здесь вы можете писать свои вопросы на Bitcoin Talk ветку, в принципе, интересоваться, что вас интересует. Вот, какие-либо вопросы. Также присоединяться к социальным сетям, таким как Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Medium. Вот, и, в принципе, там читать обновления по ссылкам, переходить, публикации последние, что планирует данная компания. Но я считаю, что на официальном сайте и технической документации есть все подробные ссылки, то есть такие как Bounty ветка и тому другие, и то есть вы можете найти всю подробно интересующую вас информацию. Также вот Bounty ветка, которую я уже говорила, вот Twitter, Facebook, Telegram. Вот, поспешите принять участие
Вот, поспешите приобрести токены. Вот. Поэтому, если вам понравился мой данный видеообзор, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!